Автоледи или автонелюдь. В центре Симферополя девушка переехала кота, спящего на чехле от гитары уличного музыканта. Все это произошло на пешеходной зоне, где прогуливаются и взрослые, и дети. Не заметила или наплевала на всех? Что грозит виновнице происшествия и почему эта история получила такой общественный резонанс? Обсудим сегодня в прямом эфире программы «Вечер лайф». И у нас в студии Светлана Тотич, очевидица происшествия, и Татьяна Шаманаева, журналист-эколог. По скайпу мы свяжемся с Андреем Козенко, депутатом Государственной Думы Российской Федерации, который взял ситуацию под личный контроль. Ну и, конечно, безусловно, пообщаемся с самим хозяином кота по телефону. Он обещал нам дать комментарий. Господа, напомню, происшествие в самом центре крымской столицы. Многие видели музыканта, который играет для прохожих. Зачастую рядом с ним лежал кот прямо у его ног. И вот накануне женщина за рулем автомобиля просто задавила кота. Хотела уехать, но обычные прохожие ее остановили, не дали ей скрыться. Собственно, как это было, предлагаю посмотреть видео. Давайте. Потому что здесь пешеходная зона, понятно? На ровном месте. Она видела, что он лежит. Кот лежал, он не пробегал, он просто лежал. И она проехала по этому чехлу и по этому коту. Посмотри, посмотри, хочешь посмотреть? Хочешь посмотреть? Все, все, успокойтесь. Погляди, успокойтесь. Тварь! Успокойтесь, все. Нет. Она даже не тормознула, ты понимаешь? Не так. Хотя бы просто извинилась. У нее даже нет этого. Звони. Преградили путь машины. На ваш взгляд, на кота наехали специально или это было случайностью? На этот вопрос я ответить не могу, потому что я не видела, как она наезжала. Я проходила со стороны магазина «Янтарь». Я видела, как музыкант сидит, играет и поет песню. И перед ним на чехле его гитары лежит, крепко свернувшись в клубок. Мертвым сном спит буквально. Животное очень крепко спало. И отсчитав сегодня расстояние от места, где я остановила автомобиль, получается, что 45 секунд я прошла от этой скамейки и услышала крик его истошный. Когда услышала крик, я обернулась и увидела, как кота подбрасывает над асфальтом, и он бьется в судорогах. Тогда я поняла, в чем дело. Увидела, как он бежит за автомобилем, который направляется в мою сторону. Автомобиль двигался, не останавливался. Он истошно кричит. Я поняла, что автомобиль переехал этого кота. И тогда я остановила автомобиль. Я сделала все, чтобы остановить автомобиль. Вы просто стали перед ним? Я подошла сбоку, начала просто показывать знаками, чтобы остановились сбоку. Я не стала перед ним. Сбоку и обращалась к ней, к водителю, чтобы она остановилась. Она обратила на меня внимание и притормозила. В этот момент подбежал парень, хозяин кота, и тогда подошли уже другие люди. До этого момента никого рядом с нами не было. Подошли другие люди, которые и были свидетелями этой ситуации. Они уже описывали все, как видели. То есть они давайте послушаем это действительно из первых уст. Я говорил, что нам удалось найти контакты владельца кота. Он согласился дать нам комментарии. Сейчас он на прямой телефонной связи с нами. Дмитрий Семерников с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте. Была информация, что вы находились в СИЗО. Это так? Здравствуйте. Что? Где? Дмитрий, куда-то пропали. Да. Расскажите вашу версию происшедшего. И говорили о том, что вы якобы находились в СИЗО эту ночь. Вас туда забрали насильно или по своему желанию, если такое возможно? Нет, я не находился в СИЗО. Я ездил, отвозил попрощаться с его родителями. Дмитрий, скажите, пожалуйста, ну вот я задавал вопрос Светлане, она не смогла ответить, так как не видела этих событий, но на ваш взгляд, это произошло случайно или наезд был специальным? Может, вы чем-то досадили автолюбительнице? Да, я не думаю, что я досадил кому-то мог. Ну, это только веселыми и добрыми песнями, если, может быть, не нравилось.
нравились последние песни. По поводу случайно или нет, я ничего не могу сказать. Но когда она выезжала из арки, я когда увидел, что ее траектория пролегает пехом, я начал фиксировать так руки криками, чтобы она остановилась, второй трафиком. Ну вот говорят, что вы в состоянии аффекта немного повредили ее автомобиль, и якобы она угрожала вам судебными разбирательствами касательно порчи имущества. Были уже какие-то заявления, судебные преследования? На данный момент еще никто не звонил. А сами планируете требовать справедливости в законодательном плане? Ну, заявление написал, им происшествие. Но законодательство наше таково, что не факт, что как-либо накажется это, но да, что будет дальше. Дмитрий, большое спасибо за ваш комментарий, но я хочу сказать, что даже в этом случае, где законодательство действительно неоднозначно, наверное, да, является ли это ДТП или не является, это кстати, животное. Да, Татьяна Дмитриевна, но есть такой фактор, как люди. Вот, насколько я знаю, зоозащитники уже активно постят информацию о девушке, которая находилась за рулем. Они уже нашли и фамилию, имя, отчество, да. И адрес, да. И где работает. А вот стоит ли, у нас же МВД этим занимается, стоит ли ожидать вместе за защитников? Я хочу сказать, Саша, поскольку мы, честно признаться, из опыта не очень верим, что на законодательном уровне это будет все жестко и по закону, поэтому стали предпринимать свои действия. И вы знаете прекрасно, что люди, любящие животных, будем так говорить, это очень сплоченная группа людей. Мы все нашли практически. И где работает этот человек? Что она консультант по шведской этой фирмы Oriflame. Она консультирует по поводу косметики. Как нам говорили, что она чуть ли не владеет каким-то кафе, это неправда, на улице Карла Маркса. Ну тогда возникает волнение. У них такой офис где-то там. Что она делала в центре на автомобиле? Ну вот надо спросить у этой девушки, почему она так разъезжает на этой машине, и почему она не увидела огромный совершенно чехол, да? Чехол от камеры, где вот так спит кот. Как это можно было не увидеть? Чехол от гитары. И это было все возле ног музыканта. То есть практически она практически проехала чуть ли не по ногам человека, не остановилась. Вот вы, Саша, водите машину. Неужели это не чувствуется, что ты задавил живое существо? Да, я, в принципе, не стал бы ехать в пешеходную зону. Это вопрос, наверное, в том числе вот к администрации города, потому что все-таки не может транспорт там находиться, за редким исключением, когда я это доставка или люди живут. Понимаете, там. Как бы поступил человек, даже попавший в такую ситуацию, но порядочный, он бы вышел из машины, он бы понял, что случилось горе по его недомыслию или там по его невнимательности. А я думаю, что дама либо разговаривала по телефону, либо разговаривала с соседкой рядом. Да? Ну, это догадки, мы разбираем факты. Допустим, да. Как бы поступила я? Я бы бросилась на помощь этому коту. Если бы я поняла, что все, ну нет, уже я отобрала жизнь животного, да? Что бы я сделала? Я бы помогла хозяину. Я бы его поддержала. Разно. Понимаете, душевно, сердечно, финансово, как угодно. Потому что я понимаю, что человек находится в горе. Он потерял друга. Ведь что бы мы ни говорили, я знаю этого музыканта, я его видела. Я знаю, что этот кот – это его друг. Татьяна Ильич, ну, видите, разные люди, разные отношения, да? Светлана, вы действительно говорили о том, что, писали о том, что после того, как машину удалось остановить, да, девушка начала звонить по телефону, девушка и еще одна женщина, которая сидела рядом с ней, mm-hmm. после этого пришли люди, которые... Вызывали друзей. Да, да, по сути, друзей. Вот что они говорили, что они делали? Ну, давайте я продолжу сначала предыдущий разговор. Я слышала перед этим, как все люди в один голос говорили, хотя бы остановилась, хотя бы отвезла к ветеринару. То есть нормальных людей все-таки много. И 20 человек в один голос это говорили, это те, которые были свидетелями. Парень просто сказал, что уже поздно, она притормозила на голове кота.
Вот. Тогда, через какое-то время, когда мы уже вдвоем с женщиной, с одной, которая звонила в полицию, блокировали автомобиль перед самым автомобилем, в столе стояли, просто не пускали ее, чтобы она уехала. Вот. Тогда подошел какой-то парень, который активно матерился и угрожал парню какими-то своими либо знаками, либо словами, потому что я не понимаю этих всех угроз, этого мата, я просто не реагирую на это. А мальчик был напуган, он перестал снимать сразу. Вот. И тогда этот утихомирился, пришел другой, который небрежными жестами начал показывать женщине, которая звонила в полицию, чтобы она отодвинулась от автомобиля. Он был в каске мотоциклетной, не собирался ее снимать, вероятно, боялся, что его побьют. Он стоял. Вот, и какие-то еще вопросы? Ну, я хочу сказать, что вы знаете, Саш, то, что она удалила себя из сети, все эти замечательные свои фотографии, где она позирует на фоне красной своей машины. Ну, это так, мы тоже сегодня пытались найти, но зоозащитники нас опередили, по сути. Удалила, понимаешь. Значит, это говорит о том, что она все-таки поняла. Хоть чуть-чуть поняла, вероятно, что-то испугалась, если она себе удалила свои комментарии всевозможные. Светлана, а что сотрудники МВД, которые прибыли по вызову? Сотрудник МВД, первый офицер, который прибыл, он сочувствовал, конечно, и все очень правильно, адекватно понимал. Первое, что он мне сказал, необходимо установить, эта женщина имела вообще право садиться за руль, в каком она была состоянии. Мы ждем ДПС, чтобы установить это. И мы ждали ДПС, чтобы установить это. Но когда ДПС прибыла, то в течение полчаса точно никто не пытался ее вывести из машины, посмотреть хотя бы в зрачке, как медик, который... Документы проверили хотя бы? Ничего, к ней не заходили. Парни могли отвезти в сторону и обратиться к ней. Ну, сказать ей, что ничего страшного не случится, либо нас всех отвести в сторону, вот, обратиться к ней. ДПС должны были освидетельствовать ее. Я, как медик, который занималась выпуском водителей, могу сказать, что это было сделать достаточно просто. Фонариком посмотреть на зрачки. Может быть, она находилась под воздействием наркотиков, потому что явно особо не осознавала ни габаритов автомобиля, может быть, не видела, может быть, не имела способности управлять автомобилем. Господа, ну, в любом случае, это еще домыслы, да, предстоит нам полноту картины восстановить, и я думаю, это у нас действительно получится, учитывая, что эту ситуацию под свой личный контроль взял депутат Госдумы Андрей Козенко, и сейчас мы попытаемся связаться с ним по скайпу. Господа, есть у нас возможность... Ага, говорят, вот буквально 15 секунд, и... Ага, Андрей уже есть на связи. Да? Андрей, добрый день. Вот тот случай действительно получил широкий общественный резонанс. Ситуация, когда остановили все-таки женщину обычные люди. Как бы вы поступили в этой ситуации? Вы знаете, я человек по большей степени люблю справедливость и сам по себе стараюсь принимать ему такие решения. И, конечно же, то, что двигало вот людьми, которые остановили автомобиль этой девушки, я считаю, что поступили абсолютно правильно. Если есть свидетели, что девушка пыталась покинуть это место, все-таки если речь идет о жестоком обращении с животным, это, если это будет именно так квалифицировано, то это уголовная статья, ну, фактически они задержали, да, преступника, ну, вот если этот момент будет доказан. Поэтому, ну, конечно же, они, я считаю, что поступили правильно, вот та девушка, которая видео снимала, это определенное доказательство того, что происходило на самом деле. К сожалению, мы не видим, что этому предшествовало, в общем-то, сам наезд на животного. Но многие очевидцы рассказывают вот, о том, что происходило, что там были дети. Вот. Я, честно говоря, мне не хотелось бы верить в то, что это произошло специально, вот этот вот наезд, там, может, это было по неосторожности, но, опять же, это должно найти свое отражение уже в соответствующих материалах проверки, которые проводит, в общем-то, МВД. Наша задача взять на контроль, чтобы было все объективно, что действительно, если факт преступления был, чтобы он, безусловно, был подвергнут наказанию, тот человек, который это сделал. Вот, и, конечно же, мне искренне хочется... Вот, пожелать вот этому молодому парню, Дмитрию, если я не ошибаюсь, его зовут, молодому музыканту, вот, чтобы он, ну, держался,
к сожалению, да, ситуация произошла, много еще происходит в жизни. Это действительно, мне кажется, ну вот потеря все-таки животных становится нашими друзьями. Вот для него это был друг по жизни. Ну, держаться как-то. Я думаю, что как буду в Симферополе, постараюсь обязательно с этим молодым человеком встретиться. Вот. Ну и в целом спасибо вот крымчанам за действительно это неравнодушие. Вообще, конечно, рыжий кот — это такой, знаете, символ нашей крымской весны. И вот такое досадное происшествие в Симферополе уже после вот празднования пятилетия. Ну, конечно, оно морально затрагивает. Поэтому хотелось бы в этой ситуации вот действительно искренне разобраться, чтобы потом, ну, эту историю не вспоминали как такую, которая повлекла за собой огромную несправедливость. Спасибо, Андрей, за ваш комментарий и за вашу позицию. Безусловно, мы вместе с вами будем следить за ходом этой истории. Но у меня еще один вопрос, наверное, не только к человечности, да, все-таки в любых обстоятельствах мы должны ее проявлять в большей степени и к людям, и к животным, и, наверное, к чувствам других людей, в данном случае этого музыканта, который потерял своего, как сказал Андрей, друга. Тем не менее, пешеходная зона, да? Там ходят не только взрослые, конечно, там гуляют дети, конечно, бегают дети, да и там ездят машины. Саша, это потрясающий показательный случай. Завтра на этом чехле будет сидеть ребенок. Или бабушка задержится там, и там погибнет, могут же погибнуть человек. Конечно, вот мы, кстати, пытались связаться, понимаете, с администрацией, чтобы получить внятный комментарий касательно того, что можно там ездить, нельзя, и если там нету, там какие вообще исключительные случаи, но тем не менее не удалось нам получить этот комментарий в силу определенных там причин. Там играют крошки маленькие, в этот момент мамаши разговаривают по сотовым телефонам, и дети могут попасть под такого автомобилиста. Понимаете? Светлана, ну а как думаете, если бы другой человек сидел за рулем, ну, не, ну, случилась бы подобная же ситуация, но он бы вышел, как бы извинился, объяснил, что не увидел, ну, всякое бывает. Удалось бы избежать такого инцидента, этой огласки? Вы знаете, что меня поразило? Меня поразило то, что оправдывали ее родственники потом приехали и говорили, она испугалась, она увидела, как он кричит на нее. Поэтому она уехала с места происшествия. Ну, она бежала от него, от его реакции. Возможно, она была шокирована его реакцией. Возможно, она испугалась. Но, как минимум, наверное, все-таки она должна была не уезжать, остановиться должна была. Конечно. Должна была связаться с ним хотя бы по телефону, поговорить и сказать, успокойтесь, я сделаю все, что, извините. И... Но мчаться с места происшествия, если бы я не остановила ее, она бы уехала. Вот. Поэтому мое мнение такое. Реакция была по-человечески, чисто поэтически неадекватной. Вот. То есть... Можно быть социализированным человеком финансово, но это не социализированность, именно такая, скажем, этическая. Вот она. Кстати, Татьяна Ильина, вам вопрос как журналисту-экологу, да, вот я пытался разобраться сегодня с точки зрения ДТП, является ли, подпадает ли этот случай под классификацию ДТП, и очень такая зыбкая почва, очень разнятся трактовки, да, этого. По сути, ДТП, да, не считается, но если водитель скрыл, если сбил животное, да, да, в этом случае, но если скрылся с места происшествия, то как бы считается ДТП. А, насколько я знаю, ведь это не единичные случаи, когда сбивают и домашних животных, и диких животных. К сожалению, да, Саша, у нас здесь все очень зыбко. Никто не хочет ничего в этом разбираться, понимаете, и по закону там очень сложно. Но вообще со статьей в 245 «Жестокое обращение с животным» все очень сложно. Но вот этот случай подпадает под эту статью? Ну, как сказать, он попадает, да, но дама будет говорить, что она ничего не заметила. Она не заметила, вообще не заметила, что там какой-то лежит и кто-то лежит. Но, вот тем не менее... Тогда, извините, что я перебиваю. Да, она не заметила скамейку, потому что она проехала буквально около... По ногам. Да, то есть, если она не заметила скамейку, я, как медик, который выпускает водитель, могу сказать, нарушена была концентрация. То есть, внимание ее было в тот момент нарушено. Под каким воздействием она находилась, необходимо было проверить. Каково ее состояние здоровья? Может быть, за время, когда она последний раз проходила медицинское освидетельствование, обследование, все было в порядке, но за этот период произошло что-то, что могло нарушить ее зрение, ее концентрацию внимания.
Ее возможность, может быть, вестибулярный аппарат пострадал, возможность управлять машиной явно нарушена была, если... Ну, кстати, если она оставила место ДТП, насколько я понимаю, она его ставила, да, то ей грозит лишение прав до 1,5 лет или административный арест там, до 15 суток. Да. Поэтому, в принципе, действительно есть возможности. К тому же, если человек сбил домашнее животное, то все-таки он обязан понести как минимум административную ответственность и компенсировать. Если докажешь, да, что она сделала это практически специально. Мы ждем отчет то тогда, по поводу медицинского освидетельствования. И по поводу того, как она прошла повторное, то есть внеочередное медицинское обследование на состояние ее здоровья. А вы писали заявление, да, в полицию? Я писала заявление именно о том, что я видела. Но я жду обратной связи от правоохранителей. Было ли сделано медицинское освидетельствование ее? И прошла ли она внеочередное медицинское обследование по поводу состояния ее здоровья? Имеет ли она право садиться сейчас за руль вообще? Может быть, она упала, ударилась головой, нарушения какие-то были? Вы понимаете? Ну, суть понятна. Татьяна Валерьевна, ну, да, я вот к чему вел, да, касательно там домашних животных, диких животных. Но я тоже люблю животных, да, и мне зачастую животных еще я более знаю, жалко, Саша, нежели людей. Да. Но, тем не менее, вот с одной стороны, ну, животных называют домашними. Может, стоит их держать дома? Ну, и тогда не будет такого рода, ну, случаев. Ну, я хочу тебе сказать, понимаешь, в чем дело. Это домашний кот. С домашним котом можно прогуливаться в городе совершенно спокойно. Этот кот никуда не убегал, не бегал по дороге, не нарушал никаких дорожных законов. По пешеходной зоне, пешеходному, я напомню, тому же, да. Он сидел на пешеходной зоне со своим хозяином. Я знаю этого кота, я его несколько раз видел. Он вообще с плеч хозяина своего никогда не отходил. Понимаете, поэтому кот ничего не нарушал. Светлана, ну а у вас есть животные? Вот все-таки, наверное, человеком движет не только какое-то желание социальной справедливости, да, вот в этом плане, здесь остановить человека, когда ты понял, что он совершил... Светодоктор. Или все-таки вот любовь к животным двигала в первую очередь? Вы знаете, на ее несчастье, этой женщины, на ее пути встретилась я. У меня... Перед самым Новым годом заболела кошка, и после Нового года она умерла от очень тяжелого заболевания, от рака легких. У меня есть собака также. Вот, то есть я верю в какую-то даже не случайность. Вот. Если бы, может быть, кто-то другой на моем месте был, он бы совершенно равнодушно бы среагировал. Но когда я увидела, что подбрасывает этого кота в судорогах, и да, что парень бежит, кричит истошно, я сама пребывала в состоянии шоковом от этого зрелища, понимаете? Я не могла не броситься останавливать автомобиль. Саш, почему группа такая образовалась огромная? Сейчас в сети все нашли, все. Полтысячи комментариев мы там вот под одним постом, буквально я смотрел. Ночью сконцентрировались, и нас очень много. Сами связались зоозащитники из-за рубежа и так далее. Почему мы так концентрируемся? Потому что наши животные не могут себя отстоять. Их права. Их, за их жизнь можем постоять только мы. Понимаете? Только мы. И никто больше. Вот в чем дело. Действительно, животных сбивают регулярно, но в большинстве случаев действительно не желая того, да, как каждый водитель, наверное, с подобным сталкивался, если уж такое произошло, да, нормальный человек возьмет, там, отнесет, да, сторонку, однозначно, отвезет, похоронит, ветеринарная клиника, однозначно, в конце концов, если удастся спасти, да, но здесь в большей степени стоит вопрос отношений, будем надеяться на то, что все-таки отношение наше и друг к другу, и к животным, оно будет правильным. Благодарю вас за беседу, спасибо, зрители, за внимание, увидимся с вами на следующей неделе в этой же студии в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.